Здравствуйте! Сегодня буду готовить селедку под шубой. И для этого мне понадобится отварная морковка, буряк и картофель. А еще, конечно, селедка и майонез. Овощи будем тереть на крупной терке. Но вначале мы нанесем немного майонеза на тарелку. Первый слой у нас картофель. Мы его равномерно растираем по всей тарелке. Каждый слой мы смазываем майонезом. Селедку лучше укладывать руками. Шуба у нас получится пушистой. И опять майонезом. Верхний слой у нас буряк. Покрываем сверху майонезом, и шуба готова. Готовим всей семьей. Пишите отзывы.